Ну, скажем так, дизайн, естественно, зависит от требований, которые предъявляются. И одна из важных требований для нашей команды, как это участие в таких публичных конкурсах, чтобы была некая эстетика, техническая эстетика. Поэтому мы постарались воплотить все технические особенности и все технические задачи, которые перед нами стоят с точки зрения полета на Луну, при этом мы постарались сделать какой-то интересный объект визуально. Ну, собственно, это и есть задача промышленного дизайна, совмещать такие сложно совместимые вещи. Мне кажется, нам удалось, тем более, что мы использовали достаточно инновационные материалы для космической отрасли, и что давало нам некоторые преимущества перед классическим космическим аппаратом. Какие материалы используете? Мы используем в основном для корпуса углепластик. Естественно, есть какие-то еще элементы, сделанные из металлов различных. Почему? Ну, прежде всего, потому что у нас есть очень серьезный лимит по массе. Это 5 килограмм, если поставить такую задачу. А углепластик очень современный материал, очень прочный и как раз прекрасно подходит для этих задач. Плюс он нам, как дизайнерам, уже с точки зрения эстетики, позволяет формировать интересные поверхности, интересный образ. Там очень много плюсов у этого материала, в том числе и с точки зрения чисто таких материаловедческих, прочностных, хороших показателей, всяких термических. Давайте поговорим о каких-то интересных деталях, да, то есть он, во-первых, сделан на выше, давайте об этом. Да, это, пожалуй, самая интересная, отличительная особенность нашего аппарата. Дело в том, что при очень малых массах лыжи, по нашим расчетам, а мы проводили очень серьезные исследования в этой области, и в том числе нас консультировали ведущие специалисты в этой области советской и российской, да, советской и российской космонавтики, мы пришли к выводу, что наиболее эффективно с точки зрения проходимости, с точки зрения использования вот в нашей миссии не колесная система, а лыжи шагающие. Связано с возможностью пробуксовывания, с возможностью застрять на очень тонком мелкодисперсном грунте реголите. Соответственно, такая схема, она полностью исключает возможность забуксовывания. И, кстати говоря, не мы первые, надо тоже отметить, придумали эту схему, она была запущена на Марс, в нашем аппарате, который, к сожалению, на Марсе не смог долго работать, оправдан несколько секунд. Тем не менее, это школа как-то советского. В настоящее время у нас идет разработка и изготовление шагающего макета для проведения ходовых испытаний на специально оборудованном полигоне. Значит, у нас изготавливается сейчас механическая часть, корпус, лыжи, шатуны и так далее. Значит, я отвечаю за создание электронной начинки этого макета. Значит, в электронной начинке макета используются обычные компоненты электронные, не космического применения. На космическое применение мы перейдем потом. Значит, когда уже будет у нас изготовлен летный бродитель. Вот здесь представлен на столе примерно процентов 80 от электронной начинки, которая будет у нас на шагающем макете.
Ну, электронная начинка у нас стоит из аккумулятора. Примерно такой же у нас будет на летном образце. Плата управления с микроконтроллером. Значит, для того, чтобы сократить как бы сроки разработки, издержки, мы взяли уже готовую существующую плату с распаянным контроллером и сами к ней изготовили вот такую приставочку для управления моторами. Всего у нас будет 5 моторов в макете сильнохода шагающим. Вот один из двигателей здесь показан. Остальные двигатели вот должны нам к нам прийти со дня на день. Вот, и мы эту конструкцию отработаем уже полностью. После того, как на столе все будет это дело работать, это будет уже собрано в настоящий корпус, установленный в корпус из углепластика, вот, и будет проведена окончательная отработка макета. В том числе в этом макете будет использоваться камера. Значит, мы тоже пошли по пути наименьшего сопротивления, взяли готовые камеры, работающие по Wi-Fi. Вот одна из таких камер у меня сейчас в руках находится. После того, как мы отработаем работу взаимодействия вот с этими камерами, мы будем разрабатывать уже специальные космические камеры для применения на летном образце. Есть какие-то особенности вот в электронике, да? Вот вы говорите 5 двигателей. Вот почему их 5, например? 5 двигателей, потому что у нас 2 шагающих, как бы 2 лапы, 2 лыжи. Вот. Один двигатель у нас на поворот камеры, один на подъем солнечных батарей и один двигатель у нас для ковша, для зачерпывания лунного грунта. А как ведется разработка специальных космических камер? Этим тоже вы занимаетесь? Тоже буду я заниматься. Значит, там будет использоваться специальная элементная база, уже не такая обычная промышленного применения, а с приемкой Space, так называемая. Вот. Она стойка к радиации и к факторам космического пространства. Отлично. Спасибо. Давайте тогда начнем в общем, хотелось бы поговорить о проекте. Как вообще родилась у вашей команды эта идея, когда и почему? Эта идея родилась, идея проекта «Сильноход» родилась еще до того, как он назывался «Сильноходом», и до того, как я туда пришел. Проект изначально назывался «Гуглоход», не сочтите за рекламу. Но в определенный момент, когда мы решили официально войти в конкурс Google Lunar X Prize, мы спросили у организаторов, как вот они смотрят на такое созвучное немножко название, да, они сказали, что они косо на это смотрят. Мы подумали некоторое время, придумали селеноход. Очень уж не хотелось нам вот отбрасывать этот хвостик ход, да, коренное селеноходом. В основном из-за того, что это узнаваемый корень за пределами стран. Ну и в России, естественно, тоже. Вот, значит, я пришел в команду еще Гуглоход, это было в середине 2009-го. Команда находилась в поиске каких-то путей развития, потому что, ну, очень сложно, находясь в нашем российском вакууме, было каким-то образом вот найти ту щелку, через которую можно было проникнуть вот в этот мир. А щелка нашлась, мы насобирали 10 тысяч долларов и зарегистрировались как официальная команда Google Lunar X Prize. Случилось это где-то в ноябре, по-моему, 2009 года. И таким образом начало было положено, мы стали вот официальной командой и как-то чуть-чуть повысили свой статус в тот момент. Народ к нам стал приходить. Конечно, не было столько, не было 20, там, 30 человек, как сейчас. Было 5. Вот. Но тем не менее, так было положено начало. Почему мы это делали? Ну, вы знаете, очень разные на самом деле у всех, очень разные у всех мотивации. Кто-то инженер и хочет делать самые крутые на свете железки. Кто-то менеджер, как я, например, и хочет сделать самый крутой на свете проект. У кого-то глобальные задачи в жизни, амбиции, и они хотят
двинуть вперед человечество или хотя бы российскую, так сказать, часть его. В любом случае, это энтузиасты космоса, которые готовы тратить на это дело очень много личной энергии, личного времени, личных средств. И они, вообще совершенно беззаветно сейчас и раньше будут, и в будущем тоже будут это делать. Вообще, насколько важны вот такие вот, вот эти частные научные разработки, да, вообще, в принципе, для науки, для нашей страны? То есть вы вот этим занимаетесь, да, наверное, об этом тоже думаете? Да, хотя я бы не сказал, что мы занимаемся научными разработками. Все-таки наука – это еще более глубоко и не очень коммерчески. Насколько это важно, это мега важно. Ну, естественно, иначе мы этим не занимались, потому что мы считаем, что это мега важно. Потому что, ну вот, понимаете, это движение снизу, это движение из народа, да, то есть не навязанное сверху советским правительством и КПСС там, желание уесть американцев там, на Луне или на орбите, а это вот, ну, вот из народа какое-то понимание того, это гораздо более естественное, гораздо более правдивое движение. То есть не, это не решение двух каких-то высокопоставленных чиновников, да, это, значит, есть такой слой, такая группа населения в стране, да, это вот мы и те, кто нам сочувствует, которые хочет двигаться в космос. Очень пафосно звучит, да, двигаться в космос. Ну, вообще, что, все, что связано с космосом, звучит пафосно. Я не знаю, как это еще произносить. Но вот мы пытаемся показать своим примером, примером селенохода, что любые достаточно образованные и заряженные люди могут заниматься такими вещами. Не боги горшки обжигают, и ты идешь и делаешь это. В начале проекта мы тоже не понимали, да, многого мы не знали, а как пойти, как говорить с Академией наук, да, а о чем с ней говорить, о чем говорить с такими традиционными советскими нашими предприятиями космической отрасли. А постепенно вырабатывалась концепция, постепенно мы осознавали вот свою нишу, свое место под солнцем какое-то разгребали, и под конец вот осознали, чем мы занимаемся. Хотя процесс не закончен, мы постоянно сами себе задаем вопрос. Вот сейчас очередное, на самом деле, переосмысление, да, наверное, у нас постоянное, да, а зачем мы это делаем, да, и что такое частное. Но теперь мы уже не задаем все вопросы, а должны ли мы этим заниматься. Теперь мы задаем все вопросы, как мы должны это продолжать. Но вы оцениваете конкурентов, да, их разработки, и как вообще вот ваш проект среди всех остальных? Место, на ваш взгляд. Вы знаете, ну, наверное, формально у нас, конечно, есть конкуренты. Это вот в конкурсе, да, Google Lunar X Prize есть конкурирующие команды. И мы в этом конкурсе, наверное, не самые сильные, в том плане, что у нас не так много денег, как, например, у американцев. Да? Все-таки деньги определяют очень многое. Тут дело в том, что мы это настолько мелкая группа вообще вот людей в масштабах планеты, которая занимается такими вещами, что тут конкурировать не за что, да, конкурировать за Луну там, да, или за космос, он огромен, да, то есть конкурировать, ну, мы, наверное, конкурируем немножко за деньги, да, ну, опять же, я бы не сказал, честно говоря, что это правда, потому что, ну, американцы конкурируют за американские деньги, там вот их НАСА поддерживает, а мы конкурируем за деньги в России, непонятно с кем, потому что кроме нас в России никого нет. Вот так. Спасибо. Все. Все.